слушаю вас. Выдвигаемся! Есть атаковать цель! Sehr wohl, Herr Oberst. Маневр готов. Есть атаковать цель. Да ведем. Саперы ждут приказа. Маневр готов. Куда надо. Танкисты на связи. Экипаж к бою. Приказа. Да. Экипаж к бою! Жду дальнейших указаний. Совершенно точно. Ура! Достали нам! Есть. Понятно, командир. Маневр готов! Приказ понял, товарищ командующий. Приказ готов. Маневр готов. Приказ понял. Есть атаковать цель. Да идем куда надо. Маневр готов. Есть атаковать цель. Маневр готов! Понял! Приказ понял, товарищ командующий. Есть атаковать цель. Приказа.
Танкисты на связи. Поехали! Бегом! Есть. Reinforcements have arrived. Батарея к бою готова. Пехота готова, товарищи. Готовы. Нас этот бульдозер подслушивает. Вон светит. Готов. Пехота готова, товарищ командующий. Есть. Так точно. Пехота готова, товарищ командующий. Пехота готова. К маневру готов. Чё? Жду дальнейших указаний, товарищ командующий. Саперы ждут приказа. Никак нет, товарищ командующий. Будьте на связи, товарищ командующий. Есть. Танкисты на связи. Поехали.
Пехота готова, товарищ командующий. Есть? Есть. К маневру готов. Пехота готова, товарищ командующий. Я не знаю, какой это чувак. Не обратил есть. Внимания. Пехота готова, товарищ командующий. Угу. Так точно. Есть. Подобрать груз. Что, передать тебе эти войска, есть. Которые на этом берегу? Или нет? А? Или не передавать? Маневр готов. Здоровенько. О, какие люди, блин! Леша, как привет, готов? Дорогой. Привет. Ой, Конан, ничего себе, сегодня прям шоу звезд. Что делает, ну вы уже общаетесь. Наш праздник. А мы зашли, тишина, никого нет, все как будто померли, знаешь. Вы мне расскажите историю, когда я был в очко. Мы выиграли или нет? Да. Я даже не помню, чем закончилось. Выиграли. Да ладно, серьезно? Да. Жестко. Как? Если я все просрал, Сань сверху был, я помню. Не все, я там подключился, там команда. Ну это я помню, да. Что-то мы как-то командное что-то делали, и потом пум. Вы уж извините, я прям вообще не помню ничего. И мы ту победу, где 20 танков в минусе выиграли, да? Это да. Мне прям стыдно было на следующий день. Смотрел, пришел ребятам игру заруинил, блин. Кто сейчас играет вообще? 3 на 3 в этом. А, тебя ж нет теле. О, в телеге нет. Сюда можно скидывать вон. Текстовый канал. В этот, да, кстати. Да еще не привык. Играет, короче, Арсен, Херкапельсмейстер, Катеус, Али, Бульдозер и Прохор. Прохор вернулся. Тот самый. Здорово всем. Вы начали уже или сейчас только... Нет, Серег, 50 на 50, Серег. Только подходим. Второй человек только подошло, они уже играют. А, короче, у них играет Прохор, Абстракт, Бульдозер за одну команду. Кот Али и Херкапельсмейстер за другую. А у Прохора что со спиной, что было? А он вроде отличился. Грыжу ему вырезали из позвоночника. К маневру готов. Приказ понял. Нас, помню, коллега с грыжей, так это он год лечился, почти его на работе. Лёха Ледокольник, ты видел там новое, это самое? Ссылка в Радмине. В новый канал. Нет, ничего не видел, у меня недель не было. Я работаю как ослик. Там а, Конан оставлял где-то. На какой канал-то? В это, в Дискорд ты имеешь в виду? Что? В Радмине. А-а-а, новый этот создали, как вот он. Я понял. Людей, ну, короче, для людей места не хватало, все. Там, короче, просто открываешь, это, войти в новый этот самый, ну, канал, и там пишешь «Тутден стрик» и без пароля, и входишь. Там только те, кто активный, то есть все, кто не активный, они не заслоняют канал. Присоединиться к сети, наверное, да? Ну да, присоединиться к сети, выбиваешь там «Тутден стрики». По-английски, подождите. Да, по-английски. Зайцы большие, маленькие. Тут да, по-моему, без разницы. Туден с СТР Айстри. Ай, а где он кидал? Серег, ты где кидал? Здесь вот где-то вот было. Серег, найдешь, скинь мне это какое-то. А что, у тебя не получилось?
Ну, я вел. Я же с английским на ты. Туден с. Текстовые каналы, вон все видно. Там я скидывал картинки, как заходить. Подключиться к сети. Потом выскакивает вкладочка. Ты нажимаешь Gaming Network на вкладочку. Он по-английски не может. Я точно такой же, как его. Игровые каналы. Да это я сделал уже, да, мне название. Просто Суден ведешь, у тебя там 5 каналов. Лех, Ледокольник, вот смотри текстовые каналы SS1. HD-мод этот вверху вщелкнем. Здесь вот будет игра Туден Стрики Форевер. И вот Туден Стрики вот это вот введи без Форевер. Пробелом. Видишь здесь как написано Суден Страйки? Вот. Я понял тебя, да. Вот первое два слова Суден Стрики вот это вводишь и все. Не, нифига, пароль требует. А, игровая сеть, вот. Чё туплю, блядь. Тут с пробелом. Сильно стрики, наверное, вот это присоединиться. Если вас вижу. Ну да, бульдозят. Угу. Это ДНД. ДНД. Ну да. Все онлайн, то типа, да, шогун заебиться. Все, готово. Вы там долго еще, пацаны? Нет. Близкий Боб уже карту создал. Разбегай. Может, карта нормальная. Это видео ничего не это не показал. Шара, блядь. А, нет, опять, да. 25. Моды раза, да. А кто выигрывает? Пока ничего. Да играйте пока тут это. Близкий Боб создал, но он создал опять такую же карту. Ну, такая, как такая, да. Давай. Хотя, может, отберите. Слушайте, так вот 6 на 6, там где озеро, вот, где все по бокам разъезжаются. Это же нормальная карта. Пусть Серега Конан создаст ее. Помните, когда играли-то? Сейчас подойду. Озеро. Когда, это, ну, блин, не это, типа речки, а вокруг остров такой здоровый, город. Там, где ты, Конан, вылетел, ты справа поехал, а у них что-то Пуфик и Шогун поругались и вышли тогда. Ну вы с Томером вправо ломанулись. А, Барбаросса. Ну она что-то, мне кажется, что она вылетает. Ну мы-то доигрывали нормально. Ты там единственный вот слетел, а так-то мы доигрывали норм. Блицфрей Боб говорит, скажи русским, что мы можем открыть больше. У них уже 5 человек. Говорит. Ну, может 6 на 6 какой-нибудь прийти к общему знаменателю, чтобы всех устроило. Я вам Барбаросса предложил, вы, может, другое что-нибудь предложить. Выбрать, что всех устроит, и их, и нас. Как выбираете, без проблем. Я, честно говоря, не знаю, что Али устраивает. Мне ничего не нравится. Ну, Барбаросс тебе, Али, нравится? А нет. Вы сегодня линию в духе. Ты обычно всегда задвиж, блин, а тут что-то прям
то не так, это не это. Конфликт интересов. Спор хозяйствующих субъектов. Так ты предложи карту, как называют 6 на 6. Ну, отпрыгивать да. можно любые карты, а предложить-то что-то надо. Ну тебя не устраивает ничего. Тебе предложили одну карту, ты говоришь, не нравится. Другую опять не нравится. Скажи, что тебе нравится. Прохор, наверное, плохо играет сейчас. КТС додавит. Прохор так ничего играет. Мы когда вот играли, пульс с Прохором, по-моему, был, а мы с КТСом вдвоем. Нас рубило было как раз КТО с бульдозером, а мы с Прохором рубились. О, друг напротив друга. О, у нас уже 6 человек. Забито все. А ты у Бобы сидел, да, Клонан? Да. А он что создал, сколько на сколько? На 3. Ты вчера кону это самое, когда создавал, ты карту-то вот. Ну, уже там и последний, который уже не набрали мы. Там еще помимо тебя этот самый Билли Боб сидел, ожидал своего оппонента. Клонан, а Джонсон что, ник сменил или нет? А вроде не. Просто он как бы играет, он Golden Strike Gold. Может, Варгард это он? Термит это кто? Это из 5-го корпуса какой-то старый товарищ. Ну все, иностранцы 3 на 3 начали играть. Так что можете не париться по поводу бокоболости. Ну что, сколько человек-то? Открывать что-нибудь? 4 на 4 еще найдем. Это ерунда, но интересно.
У нас, кстати, бомберы появились, ёп. Все, я создал, заходите, если чё. Нашел бульдозер ушел. А Прохор. Прохора они назвали нубом. Вы уже начали 4 на 4? Нет, я только создал. Вот только подтягиваемся. Серега, что ты десант не стал кидать?